ॐ वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेद्धि वेदस्य महाणी स्थः श्रुतं मे मा प्रहासिः अनेनाधीतेनाहोरात्रान् संदधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ श्रीमात श्री अरविन्द एतद्दिनं युवाभ्यां समर्पयामि मम जीवनं युवाभ्यां समर्पयामि अस्माकम् अध्ययनं युवाभ्यां समर्पयामि मम प्रवचनं युवाभ्यां समर्पयामि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः Ну вот наш гимн. Продолжаем наш гимн. Вот он мы остановились на 8 стихе, кажется, да? Или на предыдущем 7-м. 7-й мы прочитали. Вот последний 7-й еще раз прочитаю. Агне джарасва суапатья аюни урджа пинвасва самишо дидихинах ваям сиджинва брхатасча джагрива ушиг диванам аси сукратух випам. О, огонь, приблизься к нам в жизни богатый, богатой потомством. Напои нас энергией, озари наше побуждение, оживи в нас расширяющиеся силы беспредельности. О, неусыпное пламя, ты силен волей, устремленный к богам и просветленным провидцам. Ну вот следующий стих. Вишпатим Яхвам Атитхим Нарах Сада Янтарам Дхинам Ушиджам Чавагхатам Адхваранам Четанам Джата Ведасам Прашам Санти Намаса Джутибхих вридхе. Люди всегда почитают своими стремительными побуждениями, выказывают свое возрастание знающему все рождения, могучему повелителю племен, гостю, тому, кто подгоняет наши мысли, искателю в тех, кто произносит слово, побудителю сознания в паломничестве жертвоприношений. Одну секунду, я тут закрою дверь, а то ну вот, давайте сначала прочитаем еще английский, потому что здесь как-то с русским не очень все ясно. Man ever with obeisance, with swift urgings, give expression for their growth.
прашамсанти, то есть дают, выражает себя, да, прашамсанти вперед, в риде для возрастания. То есть люди, как бы men, да, тут нету люди слова, но оно подразумевается, в английском оно нужно. То есть люди дают, то есть выражают себя для роста. Они все как бы указывают на то, что рост им нужен. То есть они для роста себя каким-то образом самовыражают. Это очень интересная идея, потому что все, не только люди, а все существа каким-то образом выражают одну и ту же идею своей жизни. Это идея роста, идея увеличения, идея изменения в лучшую сторону. Да? Не в худшую, а в лучшую. У всех вот эта вот сила, указывающая на это движение, присутствует. То есть люди, men ever with obedience, постоянно с своим намаса, своим поклонением, выражает with swift urgings, jyoti bhih, да, со своими такими быстрыми движениями, дает выражение этому росту. To the knower of all births, ему, тому, кто знает все рождения, to the mighty one, тому, кто велик или могуч, to the mighty one. Интересно, как переводить Шривинда. Здесь четанам. Четанам — это вообще-то сознательный, а он переводит его как сильный, могущественный. To the lord of the peoples, Вишпатим. А может быть, он из этой строчки уже взял Яхвам. To the lord of the peoples, Вишпатим. To the guest. Да, это он оттуда взял, Яхвам. То есть он не перевел четанам. To the lord of the peoples, Вишпатим. To the guest, Atithim, to the driver of our thoughts, Yantaram Dhinam, to the aspirant in those who speak the word, Ushijam Cha Vaghatam, the wakener to consciousness, Avotana Chetanam. Он поставил сюда, то есть тот, который пробуждает в сознании, или пробуждает сознание к вот этому паломничеству, жертвоприношению. Он постоянно пробуждает сознание к этому движению вперед, паломничеству, жертвоприношению, постоянному продвижению, постоянному путешествию сознания. Можно так перевести. Ну, такой, такие интересные тут эпитеты. Сколько много эпитетов в одном стихе. Давайте глянем, что Елизарненко говорит. Господина племен, юного гостя, правителя молитв, Ушиджам Чавагатам. Нет, правителя молитв. Ну да. Ушиджа среди жрецов, вот он. А, вот она дхи переводит как молитвы. Не мысли, а как молитвы. Янтарам дхинам, правителя молитв. Ушиджам вагхатам, ушиджа среди жрецов, символ обрядов. Что-то может быть символ обрядов здесь.
Адвара нам, наверное, наберет, да, наберет из следующего символа обрядов. Четана не как сознание, а переводит не сознательный, а как символ. Адваранам. То есть вот это вот. Адваранам, четанам, символ обрядов. Какая разница между Шри Рубиндой и Елизарниковой? Он побудитель сознания в паломничестве жертвоприношений, а она переводит как символ обрядов. Джата Ведаса мужи всегда воспевают. Нарага Шамсанти с поклонением и подбадриваниями. Намаса Джути Бхих, чтобы жертва возрастала в Риддхе для возрастания. Ну вот так. Как-то. Еще раз вернемся к главному смыслу. Это Елизавета как-то его увела в сторону. То есть Вишпатим, Господа народов, всех тех, которые вошли в эту манифестацию. Он их Господин. Он их Господь. Я вам юного, полного энергии. Атитим, гостя. Он всегда гость здесь. Он не из этого мира. Нарах, люди, прашамсанти, выражают вреды для возрастания. Сада, всегда, янтарам дхинам, того, кто... Янтри – это от корня ям. Давать или удерживать, или оформлять даже. Оформителя наших высших мыслей. Да? То есть его оформителя или побудителя наших высших мыслей. Его, кто... как Шри Аурбиндо переводит, Ушиджан, интересно здесь, одну секунду, кто своими стремительными побуждениями выказывает свое возрастание знающему, выказывает свое возрастание. Здесь точку поставить. Нет, это нет, а извиняюсь, что это я прочитал. Здесь другая. Тот тому, кто подгоняет наши мысли, янтарам, дхинам, искателю, тех, кто произносит слово. Искателю в тех, кто произносит слово. Вот это интересно. The aspirant, то есть тот, который устремляется в тех, кто произносит слово. У нас есть кто-то, кто устремляется, когда мы произносим слово. Это он, Агни. Это такая очень интересная психологическая характеристика огня. То есть через слово он устремляется, словом устремляется он. И благодаря слову возникает его движение в сознании. Он есть тот, который побуждает или пробуждает нас к сознанию роста или к сознанию паломничества, жертвоприношения, к сознанию перемен. Он нас побуждает. Тот, кто знает все рождения, его, на него, его выражают люди своим, своей самоотдачей и своими движениями для роста. То есть люди своим поклонением, своим surrender, и своими
активностями, движениями, своими быстрыми побуждениями, выражает его в себе или даже выражает его в будущее, прашам санти, указывает на него, в ему путь в будущее для его роста. Его, кто есть, да, господин всех существ, юный гость, побудитель наших мыслей, устремляющийся в наших словах, в тех, кто выражает себя в словах, пробуждающий нас к сознанию постоянных перемен, его, кто знает все рождения здесь. Вот такая целая картина его описаний. Я когда-то составил целый словарь вот этих прилагательных, которые описывает Агни. Все же выражается в прилагательных, заметьте, все действия. Все картины выражаются именно в описаниях Агни, как в прилагательных, не в глаголах, а именно в словах. Кто он есть, что он делает, это уже как бы второстепенное. А что он есть, это самое важное. То есть такой подход именной. Именно. Через имя мы узнаем смысл этого божества. Кстати, это был более древний способ мышления, именной, а не глагольный. Мы находим его везде. Когда-то с вами мы читали Кена Упанишад, и там боги тоже так себя ведут, когда они хотели узнать, кто это был, брахман, то они не могли его распознать. И когда Ума явилась и сказала Индре, что это брахман, он сразу его распознал. Одно слово «брахман» было достаточно для того, чтобы узнать, что это за дух. То есть само слово «брахман» ему сказало, что такое этот дух. То есть в имени заключен, как раз заключена вся функция. Не нужно описывать, что он делает, нужно только сказать его имя, назвать имя, и все становится ясно. Володя, извини, помнишь у царя Соломона, когда его спросили, что от нас остается, он ответил: только имя. Да, а у нас от нас... Ну, это по-соломоновски, да. Ну да, естественно. Нас остается гораздо больше, чем имя, но в каком-то ординарном смысле, наверное, так и есть. Если и то остается, да, и то когда-то. Вот именно. Я когда-то рассказывал вам вот это видение одного из садхаков, который... вдруг куда-то попал там на какую-то далекую планету, галактику, и этим людям или тем существам той галактики хотел объяснить, откуда он пришел. Он Земля, она рассказывала им обо всем, там, индустриализации, о том, об истории, о разных странах, о том, какие у нас там технологии, какие языки, культуры, народы. Не могли они понять, с какого места он прибыл. Говорит, слишком много всяких подобных мест показывали ему и не могли никак найти, с какой планеты он прилетел. Потом говорит, вообще-то у нас тоже есть Шри Аурабиндо. Они, а, Шри Аурабиндо, сразу тык, вот здесь. То есть они знали эту планету Земля именем Шри Аурабиндо. Прекрасно, прекрасно. Он рассказал это матери. И мать говорит, да, это так, так оно и есть. Это и есть одно из самых великих событий на Земле, которое Земля, собственно, обязана этому, вот этому событию, да, Шри Аурабиндо. Это целое событие, ну, космическое. Интересный такой взгляд на имя. Ну вот описание именами,
Очень тоже интересно для нас тем, что если мы распаковываем имя, мы видим, что за ним стоят целые какие-то видения, целые идеи. Да? Это не просто имя. Например, если говорится, что огонь — это гость, да? Гость, за ним уже все стоит. Это гость в нашем мире. Значит, он не отсюда, он из трансцендентального мира. Он сюда пришел как гость. Явом, переполненный энергией, молодой, Вишпатим, господин всех сюда вошедших существ, всех существ, которые пришли в эту манифестацию. То есть уже подразумевается, что есть существа вне этой манифестации, которые сюда вошли, и он их, и есть их господин. Вот эти все эпитеты, они играют совершенно особую роль, видите? Янтарам Дхинам, тот, который удерживает или контролирует наши высшие мысли, или даже побуждает наши высшие мысли, да? Подгоняет, как Шеубин говорит, наши высшие мысли. Driver of our thoughts. В этом driver он как бы водитель наших мыслей. Да? Высших дхинам. Ушиджам чабхагатам. И он же тот же, который устремляется в тех, которые произносят слово. Он устремляется в них, пока они говорят слова, он уже у них образуется в какое-то устремление. Поэтому, наверное, чтение и разбор этих гимнов, собственно, проявляет его устремление. Чем дольше мы как бы фокусируемся на этих эпитетах и на этих смыслах, тем больше проявляется в нас самих это устремление. То он и есть в действии. Он есть тот, который пробуждает нас к сознанию постоянного преобразования во времени. То есть нужно пройти путь паломничества, жертвоприношения. Не просто измениться в одном месте и на этом закончить. Нет, нужно продолжить движение и меняться постоянно. Это не одноразовый акт, это акт, растянутый во времени. Он, который знает все рождения здесь, Чата Ведаса, потому что он есть господин всех, кто пришли сюда, в эту манифестацию. Он знает все их рождения. Он знает, откуда они пришли, зачем они сюда пришли, кто они и что они здесь будут делать. Он их господин. И его таким образом выражают здесь поклонением и движением все люди для роста. Это он один, который выражается ими для роста. Ну вот возьмем следующий стих. Вибхава девах суранах парикшитих агнир бабхува шаваса сумадратхах тасья вратани бхури пошину ваям упабхушема дама асу вриктибхих. Огонь, широко сияющее божество, вибхава девах, преисполненный радости, суранах, в счастливой колеснице своей, сумадратхах, охватил своей мощью наши обители, парикшити их бабхува, полностью очистившись.
Да подчинимся мы в доме законам деяний этого дарителя нашего многообразного увеличения. Давайте я прочитаю английский еще. Fire, the white shining Godhead, joyful in his happy chariot, has enveloped in his might our abodes. With complete purification may we obey in the house the laws of work of this giver of our manifold increase. Да, вот это многообразного роста, увеличения, многопланового роста. Множественного роста, не одного, а многих возрастаний в нас. Он даритель всех наших возрастаний, нашего сознания во всех наших частях, нашего многообразного роста. Давайте по словам тогда переведем. Будет понятнее, наверное. Или прочитаем еще Елизаренко заодно. Бог. Бог сверкающий. Секунду, я поправлю. Чтобы было видно текст. Я не могу читать этот. Латиницу, мне трудно понимать латиницей. Бог, сверкающий далеко, вибхава девах, благоприятный в сражениях, суранах. Она переводит рана как сражение, потому что рана – это сражение. А Шри Рубинду меняет это значение преисполненной радости. Для него рана может быть от корня раи, радоваться, то есть вот это богатство, да, и рам тоже корень радоваться, отсюда рати, радость, любовь тоже. То есть суранах у него этимологически другой перевод, преисполненной радости. Охватил своей силой парикши тих бабгува, поселение людей с прекрасной колесницей Сумадратхах. Шри Рубинду переводит своей счастливой колесницы. Затем, слушай, заветом этого обильного кормящего Бога, тасья вратани парипошинах ваям, мы хотим служить у Пабхушема в доме прекрасно сложенными гимнами «Даме а сувриктибих». То есть она переводит, собственно, дословно. «У Пабхушема мы хотим служить», можно перевести тоже «да украсим мы», «да сделаем мы», «мы хотим ему дать бытие», так сказать, «мы хотим его поддержать» или украсить. А я уже перевожу в другую форму, совершенно далекую от этого. Буш – это украшать, но она переводит здесь как бы служить через украшение. Шри Аурбиндо вообще дает еще другое значение. Да подчинимся мы в доме законам этого дарителя нашего многообразного увеличения. Тасья бхури пошинах, того, который дарит нам увеличение, бхури, многие пошинах увеличивающегося его законы, вратани, да, упабхушема, да подчинимся мы. Интересно, что он дает это значение здесь. Если открыть словарик, то
мы найдем. Сейчас я сделаю это побольше. Не, одна секунда, неправильно отпечатал. Упабхушана, да, украшение. To approach, to regard, to be careful, to pay attention, to observe, to obey. Вот есть значение to obey. Почему-то Елизаренко ему не следует. То есть да, да подчинимся мы его законам, его, кто увеличивает в нас многократное наш рост, многообразное наше увеличение. Его да подчинимся мы полностью в доме этом, имеется в этом теле. Сувриктибих. От Шрёбинда переводят по-другому. Это полностью очистившись. Нашими врикти. Это интересно. Елизаренко прекрасно сложенными гимнами, она читает это как су-рич, да, где вы появилась как сложно, а Шрёбинда остает врикти, оставляет как вынимание, выдирание. Врикти, вриктабархис, тот, который вынимает траву, да, то есть очищает место. То есть нашими прекрасными или совершенными очищениями, да, подчинимся мы ему, который пришел сюда, чтобы дать нам многообразное увеличение. То есть отдать ему все свое место. Такое. Кто-то включился и хочет что-то сказать. Да, это Лида. Алло, алло, вы меня слышите? А, привет, Лида. Очень... Ой, как я рада, наконец-то. Хорошо, очень рад, что ты смогла выйти на связь. Да, да, наконец-то. Очень... У меня такие события всякие бурные были. А сейчас вот это пытаюсь прорваться, и Люда мне код дала. Не могла войти, вот это билось да? Полчаса. Да. Ну все, теперь этот код можно оставить, и он всегда будет такой же, и можно входить в любой момент. Вот этот код для вхождения вот так в лекцию, да, очень да. Хорошо, угу. Потому что у меня ключей не было этих. Ну, ты у нас на этом самом, мы тебя выслали тоже. Да. То есть, если ты войдешь в свой имейл, то ты сможешь на него кликнуть, там будет связь. Я так и пыталась войти, не получилось. Не получилось, угу. Окей, ну. Да, ну, тогда лучше да. Этот код. Хорошо. Ну, вот так по коду. Да, здесь тоже еще есть интересные вещи, тоже, вот, например, Сумадрадхах, то есть счастливая колесница. Тут он в счастливой колеснице, у кого... У него своя счастливая колесница. То есть по-разному можно это перевести слово. Елизаренко просто с прекрасной колесницей переводит по существу. Должна бы быть Сурадхах с прекрасной колесницей, а не Сумадрадхах. И здесь тоже какая-то интересная, то есть может быть прочтение, другое слово. То есть у которого в счастливой колеснице своей, он добавляет мад, сумадрадха, моя счастливая колесница. Ну, может быть, это и не совсем так. Слово сумад означает вместе, вместе с колесницей. Хорошо, ну вот, собственно, я разобрал все слова. Что здесь интересного, что он широко сияющий Бог с прекрасным, так сказать, преисполненной радости, он охвачивает со всех сторон наше жилище. Вот это вот функция его охватывать кшити, наши поля или наше жилище со всех сторон. Это было тоже в первом гимне, если вы помните, Парибхурас, и ты есть тот, который охватываешь жертву со всех сторон.
вот эту жертву пилгримидж нашего продвижения. Это не просто наши поля или наши обители ты охватываешь, а наше даже все продвижение вперед ты содержишь, да, и удерживаешь со всех сторон. И когда он это охватывает, эту жертву со всех сторон, или это продвижение вперед трансформационное, удерживает в себе, только тогда эта жертва идет к богам. Если он каким-то образом ее не ухватил, не удержал со всех сторон, он только с одной стороны ее поддержал, а с другой к ней есть доступ, так сказать, других сил, то будет совсем другая ситуация. Но это как на Украине, где с одной стороны граница остается открытой на Донбассе, да, то что там ни делай, все равно оно не будет целостным таким. Оно останется, то есть будет прорыв других сил. Хорошо. Не знаю, что Украина вспомнила, потому что со всех сторон, да, то есть отсюда и границы государства оформляются, потому что если есть где брешь, то туда входят другие силы и портят жертвоприношение. Да. Интересно, как они отличаются с увректибих, нашими очищениями. Или миры нашего обитания, да, и приблизимся мы, совершив поклонение. Это просто сноски, которые можно прочитать по-другому. Ну вот третий стих. Вайшванара тава дхамани ачаке ебих сувар вид Абхаво вичакшана джата априно бхувана ниродаси агнета вишва парибхух аситмана. Снова ты охватываешь со всех сторон собой. О универсальное божество Вайшванара, я желаю тех светов твоих. То есть имеется в виду I desire thy lights, tavadhamani achake. При помощи которых тебе становится, о всевидящий, ведом солнечный мир. Ебхих, которыми сувар вид, следующий солнечный мир, Абхавах, ты бы становишься, с помощью которых ты становишься следующим о солнечном мире, о Вичакшана, о всевидящий. Родившись в джатах, ты заполнил миры апринах, бхуванами, и землю, и небо, родаси. Там ты охватываешь все их собой. Та вишва парибхух, аси тмана. Охватываешь собой вот этот тмана. О, огонь, агне. Вот здесь дхамани святов может тоже читаться как обители и планов. Дхаман – это вообще-то план, установленный план. Твои планы, да, твои светоносные планы, о универсальное, божественное ты охватываешь со всех сторон. То есть, извиняюсь, эти не охватываешь, твои универсальные планы я желаю. А, чаке, я желаю реализовать твои светоносные планы. Поэтому Шри Аурбиндо переводит свет здесь как план существования. Кстати, что интересно, что в русском тоже свет – это и свет, и мир, да, как план существования. И тоже в санскрите есть слово «лока», которое означает свет и мир, и люди даже.
Выйди. Извини, какое слово, как ты произнес, лока? Да, лока. Лока? Да, лока. Свет. Выйти в свет, выйти на люди тоже, да? Интересно, та же самая идея в русском языке. То есть, о универсальное божественное, твои планы существования я желаю реализовать, да? С помощью которых ты становишься познающим или открывающим солнечный мир у всевидящей. Вся идея состоит в том, что Агни должен открыть солнечный мир, подняться к солнцу. Он поднимается с земли, он скрытый в недрах земли, но подняться должен к солнцу и открыть солнечные миры. Когда это происходит, собственно, жертвоприношение приходит к своей реализации. Тогда все, сама трансформация становится возможной. Рожденный, заметьте слово, рожденный здесь, родившись в джатах, то есть он рождается здесь, он не был здесь, а здесь родился, то есть в материи. Когда мы встречаем слово «родиться», «явиться», то это значит в материальном мире. Родившись здесь, ты заполнен апринах, буванани, все миры, родоси. Родоси – это два светоносных основания, небо и землю, о агни, агне. Та, вишва и те все, парибура ситмана, ты охватываешь собой. Вот такое было его здесь рождение. О, вайшванара, я люблю твои свойства, тавадхамани ачаке. Так она переводит дхамани как свойства, с помощью которых ты стал тем, кто нашел солнце, о далеко смотрящий. Едва родившись, ты заполнил все существа, оба мира, небо и землю, имеется в виду, о агни, все эти миры, и ты охватил самим собой. Ну и вот следующий 11 стих. Вайшванарасья дамсанаях брыхат аринат эках свапасьяя суапасьяя кавих убхапитара махаян аджаята агнир дьява пратхиви бхури ретаса. О, огонь, провидец единый, поиском безупречных деяний, освободившийся от действий универсального божества, беспредельный, огонь возвеличивающий обоих родителей, землю и небо, был рожден из могучего семени. Тут есть много сносок. Мы потом разберем все сноски. Давайте прочитаем Елизаренку заодно. Из чудесных сил Вайшванары, Вайшванара Сьядамса, Наях, один поэт. Эках кавих выпустил течь высокое пламя с помощью прекрасной деятельности своей. Интересно.
возвеличивая обоих родителей, небо и землю, Бхагапитара Махаян, Джаята, обильных семенем родился Агни, обильным семенем, или обильных, или многих, семенем многих родился Агни, Аджаята. Хорошо, давайте по словам попробуем разобраться. Здесь слова очень сложные, поэтому столько сносок и возможных разных прочтений. Чему он освобождается от универсального божества? Что это такое? Здесь какая-то мистерия, да? Огонь, единый провидец, эках, кавих, один поэт, так сказать, ища истинного действия, освобождается Аринат, не освобождает, как Елизавета, а освобождается от искусственных действий универсального божества. От дамса может быть искусственное действие, но оно дам, корень еще имеет значение контроль. От контроля вот этого вселенского божественного, вселенского человека Вайшванара. От него он как бы уходит, освобождается поиском совершенного действия, безупречных деяний. То есть что это может быть? Почему он должен освободиться от вселенского божества? Это сложно понять. То есть или же своими устремлениями к безупречным деяниям, или же к искусностью деяний, он, так сказать, освободившийся от действий универсального божества или отрешенный от действий, может быть, универсального божества, как процесса, собственно, эволюции, эволюционного процесса, где все увязано и все имеет смысл. Может, он, отрешившись от них, единый поэт, возвеличивает небо и землю. То есть имеется в виду, что он как бы уходит от задач вот такого вселенского характера роста, да, смысловых увязок в этом, в эволюции. Это мне напоминает действие самого Рудры, да? Рудра, он не связан как бы с эволюцией, и каждый раз, когда его приглашают риши, они все время оговаривают, что, пожалуйста, только заметь, что вот здесь мы это делаем, и что мы это уже успели. Пожалуйста, не разруши это, не убей это. Принеси свои силы для восстановления. То есть они ему постоянно указывают, что происходит, потому что у его отрешенный свободный характер от манифестации может разрушить вещи здесь в манифестации, которые важны как. То тоже здесь такая же идея, что, может быть, это та идея, я не уверен до конца, что поиском совершенных деяний он освобождается от привязки дамса, от контроля вселенского духа здесь, который как бы контролирует вот это развитие всех существ в смысловой форме. И таким образом он может увеличить своих родителей, небо и землю, ну, многоплановыми потоками. Это такой очень мистический смысл, и я его оставляю под вопросом. Это неизвестно, так ли это. Еще и слова неясные здесь. А может и ясно все, дамсанабьях. От, собственно, это отложительный падеж, множественное число, дамсана женского рода.
от контроля, от акций вайшванары, он освобождается огромный, великий, великий, огромный, единственный, единый поэт или единый пророк, провидец, поиском или движением своих, так сказать, к совершенному деянию. То есть совершенными деяниями единый пророк освобождается великий от всех привязок и действий вайшванары. Хотя он и есть вайшванара, Агни. Вот здесь вот как раз и проблема, что он-то и есть вайшванара во вселенском смысле. Но вот от своей вселенской функции он освобождается поиском более совершенных деяний. Это, наверное, когда он выходит в мир свар, в мир солнечного луча, в тот мир, так сказать, овемайнд, он освобождается от вселенских своих обязанностей. Это вполне может быть. Но это такое предположение. Если у вас есть какие-то мысли, то, конечно, вы можете поделиться, что это может быть. Мне кажется, Володя, он уже когда универсализировал вот этот план в человеке, он поднимается дальше в нас и приносит вот это уже супраментальное, так сказать, изменение в себя на деле. Где-то имеется? Может, может. Очень, очень даже может быть, что это имеется в виду. То вот эти совершенные действия, да? Суапас, вот это совершенная акция, совершенная в смысле супраментальная. Может. И поэтому так сказано, что он освобождается от действий универсального себя, да, и переходит к более, с поиском более совершенных действий. Он единый пророк, да, выходит за рубежи вот этого вот вселенского своего действия и таким образом увеличивает небо и землю уже с той стороны. Хотя я не уверен, не знаю, как это возможно, потому что у меня нет ни опыта, ни даже никаких указаний, я не помню, Шри Аурабиндо такого рода. Ну, мы только предполагаем такое значение. Хотя нужно еще поработать с этим, еще нужно сконцентрироваться. Давайте посмотрим и попробуем увязать эти последние стихи, и тогда, может, у нас что-то проявится. Ну, вот эти три последних стиха. Это конец гимна. Сегодня мы его заканчиваем. То есть я еще раз прочитаю все вместе три, и может появиться смысл. То есть широко сияющий, преисполненный радости, он охватывает вот это вот охватывание всех наших миров, да, своей мощью в своей прекрасной колеснице, его, так сказать, увеличивающегося многократно или питающего здесь множество, его законы мы почитаем или следуем им, мы им отдаем себя, его законам, в доме этом, может быть, во Вселенной, подготавливая себя, вычищая из себя все то, что мешает его продвижению. О универсальное божество, вот оно, о универсальный Агни, Агни в универсальном своем обличии, то есть в космосе. Твои планы существования мы желаем реализовать, которыми ты, и с помощью которых ты стал знающим запредельный мир у Всевидящей.
То есть для того, чтобы выйти за пределы этих миров, этой Вселенной, нужно их полностью реализовать. Когда они полностью реализованы, выход за пределы становится возможным. И ты, рожденный здесь, заполнил собой все существа или все миры, и небо, и землю, заполнил изнутри сначала, да? О Агни, те все тобой охвачены, та Вишвани, Тани Вишвани Парибхураси Тмана. И вот последний стих. Вайшванарасья дамсанабьях дамсанабхио брыгат и широкий, уходящий за пределы деяний вайшванары, да, то есть перерастая за пределы этого вселенского своего характера, аринат, ты освобождаешься, или как бы выпускаешь, или, не знаю, одну секунду, как еще по-другому аринат можно? Сейчас оно появится, оно уже близко здесь. Ри, корень. Как можно по-другому перевести? Еще как-то по-другому. To release. Еще какое-то слово нужно найти. Да, ты как бы освобождаешься сам, да? Перерастая, становясь более широким, так сказать, становясь огромным и свободным от деяний вайшванары, ты как бы освобождаешься, единый поэт, поиском или движением к совершенному действию, увеличивая своих двух родителей, дух и материю, можно сейчас перевести, питарау, убхау, то есть, делая огромными дух и материю, родился Аджаята Агни, родился Агни, Явапритхиви Бхури Ретуса, своими многопланами или огромными потоками ты увеличиваешь небо и землю. Вот такое, такое крещендо в конце видение Агни, переходящего в какую-то высшую свою форму, супраментальную, и дающую возможность роста духа и материи вместе своими огромными потоками. Был рожден из могучего семени, Шивбинда переводит, но здесь Бхури-ретаса, обильных семенем. Я ретас оставил, можно оставить как поток. Это, кстати, от того же корня, как и ри здесь, аринат. Течь, вытекать, истекать. Или семенем тоже можно. Агних аджаята бхури ретаса. Огромным, так сказать, или могучим семенем был рожден Агни. То есть имеется в виду, что он представляет здесь Господа этого творения. То есть является его сыном. Ну, вот такое, такие интерпретации. Хорошо, ну вот мы и дочитали до конца этот стих. Если есть какие-то вопросы или наблюдения, пожалуйста. Хотите чем-то поделиться?
Я тут недавно думал, почему огни нужен для этого, как здесь все оформлено с огнем, с жаром. Если так посмотреть на всю природу, на космос, везде есть этот элемент огня, жара, который пожирает как бы формы, превращает их в другие формы. Идет постоянная трансформация форм благодаря этой энергии, которая живет внутри. Идет постоянное какое-то преобразование форм для того, чтобы они как бы в конечном итоге подошли под вот, воплощение самого Духа, да? Чтобы они Духу подошли, то есть чтобы он в них мог воплотиться. Идет постоянный поиск вот этих форм, постоянное движение вперед. Само время — это есть Агни, который движет все эти миры в постоянном движении, они пребывают и меняются, и происходят какие-то бесконечные преобразования. Даже сама эволюция на Земле, если посмотреть от амебы, вот эти все клетки, они развиваются, превращаются в разные существа. И этому росту нет предела, он постоянно возрастает. И удивительная вещь, потому что как из какого-то одноклеточного организма может развиться все это чудо природы, все эти формы. И они не останавливаются в своем развитии, а продолжаются куда-то в будущее. Это благодаря той энергии, которая внутри все это поедает, пожирает все старые формы, превращая их в новые формы. Анна, знаете, сейчас меня слышно? Да, Лида. Слышно. Да, я только хочу немножечко сказать, вот на Украине очень интересная погода сейчас. Очень мощные дожди, прямо вот хляби небесные разверзлись, иначе не сказать. И в перерывах светит такое сильное и жаркое солнце, обжигающее. То есть если бы оно все время светило, ну, я не знаю, мы бы уже головешками стали. То есть... Такое, знаете, вот природная мощная трансформация очень вот с этими тремя стихами как-то у меня прям такая ассоциация вот именно материи. Идет вот как наш, вот, ну, в данном случае наш город, вот бережется именно природы. Вот эти дожди, они прям смывают вот эту грязь с нас, вот эмоциональные вот эти все, сейчас все это прям люди в этом... купаются безостановочно. И вот оно происходит, это смывание этих эмоциональных всяких страданий. И тут же это палящее солнце вот тут же светит. Вот он лил этот, вот я только побегала со стадиона, я вся промокла. А сейчас светит солнце, и оно такой силы колоссальной, вот этого огня трансформации. И тут вот эти слезы дождя, вроде как их не было. Очень совпадает вот эти три стиха с данным состоянием природы. Ну, у нас, по крайней мере, я не знаю, как в других там, территориях. Не а только у вас. Да, то же самое. Ну, очень знаете, хорошо. В Израиле в конце мая проливные дожди, это не просто редкость. За 26 лет я это вижу первый раз. Видите, значит, это на всей планете идет такой момент, такого очищения водой и обжигание солнцем, и природа такая, травы по пояс, везде выросли, цветы, плодов море, это шелковица, это все зреет прям, знаете, не по дням, а по часам. Что-то уникальное у нас с природой творится. Вот я просто, я такой скорости еще не встречала. И такое впечатление, как будто ты только глаза открыл, бах, весна, закрыл, бах, лето. Знаете, вот прям что-то такое творится с природой, уникальная. Вот, и вот этот стих прямо вот у меня чисто такой, знаете, вот чувствительность такая, как кожа. Прямо вот я чувствую очень ассоциацию вот с природными какими-то проявлениями, скоростными, временными, которые мы еще не можем осознать. Но очень оно сильно работает. И вот от этих стихов у меня прямо, знаете, очень такие радостные ощущения, вот,
как нас берегут и как нас трансформируют, помогают вот пройти. И все-таки есть, знаете, ощущение, что, несмотря на все горести и страдания, и проблемы нынешние, мы все-таки перешагнули через какую-то основную черту. Ну, то есть мы вышли на новую ступень эволюции, то есть не погибли. Вот у меня такая, знаете, радость нового присутствует, рождения, скажем. Очень интересно. Спасибо, Лидия. Можешь пояснить, почему у нас разделяется господин этого творения, да, и Агни? Говорится о том, что Агни... Чуть погромче или поближе к микрофону, Сережа. Пополой, ты можешь сказать, почему у нас разделяется Агни и господин этого творения, ты сказал? То есть получается, что Агни у нас не господин этого творения, он гость просто. В этом стихе, да, что упоминается несколько, он и господин, он господин всех тех, кто вошел сюда, да, а не творение, как бы. Он господин всех тех душ, да, тех всех существ, которые здесь воплотились. И он же гость тоже, потому что все эти души, собственно, гости здесь. Мы все здесь гости, да, поселенцы. То есть мы сюда пришли с... То есть мы как бы колониалисты здесь, да? Мы колонизировали этот мир нашими душами и воплотились в нем. То есть есть какая-то сила, которая создала вот это все, да? Ну, во что мы пришли? И как бы... Агни управляет только пришедшими душами и стремится, ну, поддерживает их рост, прогресс. Ну, что-то в этом роде, да. Как бы, да. Но он также является ответственным за все преобразования здесь, иначе бы этот мир не двинулся с места, да? Если бы сюда эта сила не вошла, если бы эта энергия не зажила в нем, то он бы остался на том же самом месте. А из-за того, что он здесь, все движется, все меняется, все сгорает, перетирается, преобразовывается. Да. Володя, а вот есть какая-то строчка, здесь ты прочитал нам, что Агни должен открыть солнечный мир, то есть супраментальный. И в итоге он же сам становится этим гнозисом, да, супраментальной силой, которая творит миры. Да, а тут так и сказано, да. Ты становишься Абхавах, ты стал Суварвид, тот, который открыл небесный мир. То есть открыл, слово «вид» — это открывать или знать, да. Ты стал знающим небесный мир. То есть... собственно, вошел в него, да, открыл его. То есть вот солнечный мир, извиняюсь, не небесный, солнечный мир. Сувар, честно говоря, это мир over mind, это не супраментальный мир, как Шри Аурбиндо потом будет об этом говорить. Но очень часто эти два мира, они как-то, они слишком далеки от нас. Да? Это трансцендентальный для нас мир, Сувар. Overmind. Overmind от нас очень далеко. Никто из нас никогда в тот мир в чистом виде не вступал, да? Overmind, с нашего воплощенного сознания. И долгое время Шри Аурбиндо, очень долгое время думал, что Свар был как раз супраментальный мир. А потом он изменил свою точку зрения, когда он увидел, что Свар — это, собственно, Overmind, а за ним еще есть еще один мир, да? Вот супраментальный. Но так как Свар это есть акция супраментального света, ну, такая, ну, выплеск как бы супраментальной энергии лучей Солнца, то поэтому для нас, собственно, оно, с нашей низшей точки зрения, низшего взгляда, это одна и та же энергия. Мы видим свет, да? А за светом мы видим диск Солнца, но мы видим свет, а не диск Солнца. Диск Солнца сияет. Да? Вот этот весь свет, что мы видим, это и есть, собственно, наш подход к тому миру. Когда мы в него войдем, там будет нечто иное. Да?
то есть там будет интернет, как бы внутренний свет там появится, как бы, как мать описывает его, как разжиженное золото. Ну, вот такие вот идеи. А ты что ты хотел сказать про супраментальный мир еще раз? Что он открыл его и сам им стал, да? Да, да, именно это, что когда, так сказать, вот эти ограничения вселенские он преодолевает, он становится и супраменталом. Ну да, он и есть супраментал. Просто он сейчас как бы нашел свой источник, да, откуда он явился. Это как душа, ну, вот, психическая находит свою нерожденную душу, да, и узнает, откуда она пришла, и воссоединившись с ней, мне кажется, это и есть, собственно, эквивалент этого явления, когда психическая находит нерожденную душу, так и Агни находит свое солнце, да, откуда он явился, и воссоединяется с ним. То и происходит последнее, так сказать, самое главное открытие. И после этого, собственно, начинается новый мир. Мир бессмертия. Ну, Володя, а вот можно эту лекцию делать, потому что я опоздала тут по объективным причинам, а можно ее также в Фейсбуке, она будет, что-то я почему-то не могу их найти. Конечно. Можно будет, я хотела бы вот первые эти стихи, восьмой, да, номер, я его не очень проработала, скажем так, поняла. Вот, но вот то, что тут кусочек мелькнул, он как раз вот, кстати, говорит о том, что мы здесь гости. Вот, но если мы подчиняемся, да, этому взрастанию, да, духовному рождению какому-то новому и духе расти, вот если ты его, я просто не могу управлять, да, вот, восьмой, то здесь получается, что если мы вот этому Агни, да, могучему повелителю, мы как гости подчиняемся, как хозяину, да, то мы при этом становимся, ну, с ним едины. Я так понимаю, да? Вот это жертвоприношение? Да, здесь очень такой интересный стих, мы на него потратили довольно много времени, потому что здесь какая-то именно эта идея, что мы как бы его, ему даем способ, возможность вырасти, да, в вселенной. Да, то есть если мы даем вот взрастание души, да, то есть если мы подчиняемся душе, отдаемся ей, да, вот эта самоотдача, то мы тогда, получается, мы все в этом, и он растет, и мы в нем растем. Да. И получается вот это восхождение в это новое сознание, да, по сути дела. Да. Да. Ну, очень хорошо. Мне прямо очень радостно. Прямо от этих вот, знаешь, как резонанс такой внутренний, вот такой интуитивный. И с энергией, со смыслом. Вот у меня такое ощущение, что мы уже не просто подошли близко, а действительно мы уже вот буквально одной ногой в этом новом мире, и осталось вот только, ну, осталось только сделать старые формы. Да. Да, то есть вот физически как-то так тело подтянуть. Вот мы как раз тут работаем в нашей группе, как-то с физическим телом пошла такая мощная работа, ну, там разные формы массажей, хлопков, дыхания, это такое мелочи, ну, знаете, мелочи, они вот как-то совершенство в теле рождают. Вот 2 часа такой активной работы с телом, вот эти хлопки всех сортов, там очень много всяких находок у нас групповых, и такие ощущения, я просто, вот мы только это проделали, и вот я сразу на эту лекцию попала, и таких очень много созвучий, вот знаете, тело довести свое вот к этому, как мать говорит, оно самое у нас медленное, но оно самое знающее, самая истинная материя физического тела, это физическое наше тело, это и есть истина, я так понимаю, мать. И вот если как-то вот с телом подтянуть сейчас, ну, у нас тут такие вот размышления в группе, и получается, что мы уже вот-вот на пороге этого прекрасного райского мира, ну, вот такие ощущения.
Мантра. Да, ну хорошо, спасибо. Лида, мне нравится твой оптимизм, молодец. Да. Не, вообще поискать проявление нового мира во всем, что бы с тобой ни происходило, даже в физических занятиях, или там в природе, или в мыслях, или в чувствах, это очень хорошо. То есть постоянно искать, да, вот это вот, что он говорит здесь. Он есть оформитель наших мыслей, он есть то устремление, которое появляется в наших словах, когда мы говорим слова, да. Он есть та энергия, гость, он есть господин всех тех, которые сюда пришли, да? Он есть, так сказать, побудитель к сознанию нашего продвижения и роста. Как только мы чувствуем, что мы растем и меняемся, значит, мы уже имеем его присутствие каким-то образом. Да? Ему нужно полностью подчиниться, отдаться намаса. И ему нужно, его нужно выразить во всех движениях джуты, бих, не только ментальных и витальных, но и физических движениях, правильно? Для его роста. Да, да, так, такие находки, вы знаете, вот именно вот, ну, такие мелочи с телом работы, ничего особенного. А на такие находки уникальные стихи начали люди писать. И, в общем, какие-то такие вот, вот знаете, вот как эти стихи, здесь столько форм ярких, их даже невозможно, вот ты пытаешься их перевести, а их так много значений, что даже сложно, вот надо только почувствовать, да, какой-то инсайт должен быть, чтобы нужную форму найти, да, что имел в виду вот этот творец, который все это писал. И вот, вот в теле такие же состояния, то есть настолько вот сюда пойдешь, такая пошла, такие ощущения, вот это сделаешь так. И знаете, и такое идет радужное состояние в сознании, вот это многообразие огня, потому что это явно вот как-то огненная энергия, мы все мокрые потом, ну то есть очень мощно идет нагрузка и духовная, она физическая. Ну, да, да, правильно. А именно вот духовный такой аспект, и он прямо заставляет себя вот трансформироваться, гореть в этом. Да. Находки прямо на каждом шагу, вот как в природе. Правильно. Я вчера, например, убрал весь дом, помыл, попылесосил, все повытрушивал, все вычистил, помыл этот самый. И мне так хорошо. Да? Почистил и взял этот самый, подстриг всю травичку нашу тут. Поубирали мы там, повыносили все, чтобы сделать красиво у нас тут садик. И ты, столько энергии потратив, ты чувствуешь какое-то совершение, да, какую-то реализацию. Причем это не физическая реализация, да, ощущение. Это какой-то шаг вперед, что ли, шаг вперед. Что там? Да. Это во всем, в любых делах. Ощущение чистоты такой, да, и вокруг, да. Это его энергия, конечно, этого вселенского огня. Это даже не душа, это даже, это что-то еще, это какая-то вселенская душа, которая занята постоянно усовершенствовать. Мы же как частички ее. Да, да. Это же частичка в нас. Конечно. Вот говорят, искра Бога, душа. Вот это же оно, это и есть огонь. Это она, да. Ну хорошо, друзья, молодцы. Спасибо вам за красивое тут описание, вопросы и все ваши впечатления. Очень интересно это слушать. В следующий раз мы возьмем следующий гимн Вишвамитры и пойдем дальше. Володь, ты не ответил. Это где-то можно прочитать, проработать вот эти, то, что ты показываешь сейчас, да? Конечно. Это где-то будет в Фейсбуке, например, там можно? Конечно. Это конечно. Оно все есть там, и я всегда даю ссылки. В Ютьюбе все есть. В Ютьюбе есть. Там надо подписаться только на Володю, все там есть. Да, я могу вам скинуть, я могу тебе, Лидия, скинуть все, все то, что мы сделали. И в Ютьюбе, да? Да. Там слишком много на Ютьюбе всего. Ну, я очень, очень рада, что я наконец-то... Володя, прости, разве на Фейсбуке у тебя есть?
Да, у меня же Facebook, у меня есть другой Facebook, да, санскритская моя, это самая отдельная, в которой я выставляю. А я не знаю, ты ее не нашла, наверное, да? Потому что... А я даже не искала. Я не искала. Окей. Ну, оно должно быть на Фейсбуке, конечно, оно выскакивает там все. Да. Все угу. Мои ютубовские на Фейсбуке. Это для тех, кто подписаны на Фейсбук. Им легче с Фейсбука, чем с Ютуба. А я могу выслать вам все, что мы сделали за последние, там, например, только вторую, третью мандалу. Или только третью мандалу могу выслать, чтобы вы... А ты можешь мне на мой адрес выслать, Володь? Конечно, я вышлю, да. Хорошо. Ой, вышли, пожалуйста. Потому что я вот это в поисках этих вечных... И то попадаю, то не попадаю. В общем, пальцем в небо. Понятно. Хотелось бы уже так, чтобы оно было точно. Да, там только просто кликнуть mm-hmm. на этот нужно, и оно сразу тебя выведет. Хорошо. Хорошо. Пожалуйста. Ну, ладненько. Тогда мы закончим. Ну, все. Да. Спасибо большое. Да, не за что. Ну, вот я закрою мантрой. И следующее на занятие также в воскресенье, да? Да, так же сам, в то же время. По этому же адресу. Ом сарве бхаванту сукхинаха, сарве санто нирамаяха, сарве бхадрани пашьянту, ма кашчит духа бхан бхавет. Ом шанти, шанти. Шанти. Ну, хорошо, друзья, тогда всего.